Добрый день, дорогие друзья! Сегодня 24 декабря, воскресенье. Вот, пожалуйста, перед вами сотрудники ДПС на службе. Сегодня воскресенье, выходной день. Но так как служба должна идти, служба идет. Сотрудники на работе выполняют свои функциональные обязанности. А это торговый центр «Огни». Вот, пожалуйста, перед вами. И вот новогодняя елка. Очень красивая. Вот трамвай куда-то поехал. Тоже по делам. Тоже на службе. Дорогие друзья, хочется пожелать им счастья, здоровья и исполнения всех желаний. Всего вам доброго. Ни гвоздя вам, ни жезл, дорогие водители.